Это что, в рифму отвечать нужно? Давай попробуем. А у нас президент не... И поэтому легко покупаешь ты авто, а на грузчика зарплату можешь снять с бассейном хату. Кроссы ты берешь любые, хошь такие, хошь такие. И на завтрак у тебя не какая-то а форель и авокадо. Россиянам так не надо. Можешь даже скутер взять, если в кайф на нем гонять. Есть проектор, есть ноутбуки, брюки. Деньги не на черный день, а на всякую... Типа коптера такого. Или какого-нибудь другого. Нету бабок на помойках. Моют смартики на мойках. И везде порядок тут. О, смотри, растет грейпфрут. Ну а если ты про газ... Так ведь есть он и у нас. Бабок нет, топи дровами. Воду приноси ведрами. Хавай с крыши мерзлый снег. Можешь жить как человек, проживая так свой век. А когда наступит день снова портить бюллетень, выбери опять его. Ну, то самое. И величие России вновь продлится с новой силой. Деньги есть, но не для вас. Просто Путин.